на сайте Калининградского храма во имя святой равноапостольной Нины открылась виртуальная выставка «Евангельские миниатюры Давида Папиашвили». Храм еще строится, а, как известно, на Руси церкви всегда строились всем миром, и каждый из нас сегодня имеет драгоценную возможность вложить свой кирпичик в строительство Дома Божия. Пройдут годы, а храм, воздвигнутый общими усилиями, будет стоять, и пока он стоит, лепта каждого будет вопиять к Богу о спасении его души. Любая форма участия и помощи не будет оставлена без молитвы за благодетеля. Таким кирпичиком в стенах храма стала и выставка Давида Папиашвили. Выставку евангельских миниатюр можно посмотреть на сайте храма храмнины.рф.